Очередной гаджет китайского производства появился у нас, и это мигалка с лазерами. Работает она от двух батареек 3А, имеет 7 режимов свечения, 2 лазерные дорожки, у которых 2 режима свечения, мигание и постоянное свечение. Работает она примерно часов 20 от обычных батареек, и от аккумуляторов, ясное дело, намного дольше, потому что их можно перезаряжать. Значит, она водонепроницаемая и намного легче в установке, чем бюджетная версия данной мигалки. Значит, представляет собой она, поставляется в пластиковой упаковке, сама мигалка идет, и чтобы достать крепление, нужно вынять вот эту коробочку, и тут лежит крепление. Это нам пока что не понадобится. Значит, физические размеры данной мигалки таковы. Примерно, сейчас я вам скажу, 6,8 сантиметров ширина. Полная ее длина составит 8 сантиметров. И толщина, без учета лазеров, потому что они немножко выпирают, толщина 3,2 сантиметра. Так, данная мигалка имеет 5 светодиодов сзади и 2 лазерные дорожки. Как я сказал, она работает на двух батарейках, которые размещаются в этом отсеке. Крепится она на довольно-таки внушительное крепление, которое очень легкое в установке. Здесь раскручивается, обжимается подседельный штырь и устанавливается. Потом без всяких отверток мы можем просто его закрутить. Так, значит, для того, чтобы подцепить мигалку, нам достаточно просто ее поставить на рельсу и опустить вниз до щелчка. Чтобы снять, нажать на педальку, которая расположена здесь, и она снимется. Здесь есть защелочка. Все это крепление очень надежное, проверено, протестировано. Значит, устанавливаем батарейки в отсек. Напомню, формат 3А, батарейки или аккумуляторы, напряжением 1,5 вольта, и запускаем. Один режим, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, ну и самое главное, это лазеры. Значит, едете вы по дороге, и по бокам у вас вот такие вот дорожки. Главное установить его ровно, потому что лазеры будут наискосок идти. Ну и мигалка. Так, и мигание лазеров. В общем, вот такое вот устройство. Кто заинтересован, можно приобрести в нашем магазине. Ссылочка находится в описании к этому ролику. Все вопросы задавайте на сайте.